Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про фестиваль вуличної культури у Дніпрі. В нашій студії засновник Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов. Семенов Максим – засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту, президент Дніпровської міської федерації спортивного туризму, закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та магістратуру Національної академії державного управління при президентові України, організатор соціальних масових заходів «Велодень», «Дніпро», «Екстрім Опен», «Національні рекорди України», «Скайлайну» та інших. Одружений, має сина та доньку. Хобі – різні види спорту. Улюблена страва – вареники. Максиме, вітаю в нашій студії. Доброго дня. Тож, Дніпро Стріт Culture Fest вже відбувся у цієї неділі. Була, насправді, дуже гарна погода, як для осені. Тож, розкажи, скільки людей до вас завітало, скільки екстремалів прийняли в гості і що взагалі відбувалося? Да, действительно, нам Вселенная преподнесла подарок с такой погодой, неожиданно и очень классно, что было тепло. Было очень много гостей, если в общем по спискам регистрации было участников около 400. Плюс еще многие, что было подростки, дети, которые приезжали своими родителями, там, с братьями и сестрами. В общем, людей было очень много. Реєструвались загалом всі, хто брав участь у змаганнях, чи зареєструвались всі, навіть просто глядачі? Регистрировались только те, кто принимал участие. То есть несовершеннолетние приносили расписку от родителей, или родители на месте оформляли расписку про безопасность ребенка, про технику безопасности поведения там на площадке. А регистрировались только участники. Змагання з яких видів спорту відбувались? У нас проходили батли брейкінг, паркур, брейкінг, хіп-хоп, проходили соревнования по паркуру, соревнования по BMX-у, скутерингу, это спортивный самокат, и скейтбордингу. А также проходил у нас контест, соревнования по триклайну. А что это за вид спорта? Триклайн – это разновидность слэклайна, это хождение по тропе. Только здесь соревнуются исполнители трюков на слэклайне. То есть это всякие сальто, перевороты, кульбиты, это все делается именно на тропе. Дуже круто. Очень зрелищно, да, и очень красиво. Зараз ми подивимось невеличкий анонсуючий ролик фестивалю, оскільки те, що відбувалось вчора, ми ще не можемо побачити, оскільки все монтується. Давайте подивимось, і що ж це за такі види спорту, будемо спостерігати. Так, можна навіть коментувати. От тільки що прыжки були, це триклайн, коли на стропі, ну, це брейкінг. Ось це брейкінг. Да, брейка действительно было очень много, потому что у нас, во-первых, в каждом виде активности, заявленных на фестивале, было несколько номинаций. То есть в брейкинге у нас было про один на один, это уже профессионалы, которые, это были аматоры-любители один на один, плюс были команды детей, Crew Kids 6x6. Это тоже было очень зрелищно, когда ребята именно командой выступали и боролись друг с другом. От, до речі, останнє ми бачили на відео BMX-змагання, так? Да. Це все відбувалось у парку Новокодацький, так? Да. У молодіжному парку. До вас завітали ще й гості, я так дивилась, з різних міст України, тобто не лише дніпряни були присутні на фестивалі. На самом деле, з містом проведення у нас произошла ціла історія. Тобто, ми изначально планували проводити на відкритті першого бетонного скейт-парка, який в сквері Усачова на той момент строївся. Це той, який зараз саме будується, так? Це бетонний скейт-парк, це така досить велика подія у Дніпрі, який має відкритися ось-ось-ось. Так, це дуже цікавий, дуже крутий об'єкт, як для міста, так і взагалі
для Украины, потому что их еще немного в Украине, и они вызывают большой интерес у райдерских культур, у всех, кто занимается там скейтбордингом, самокатом, BMX, роликами. Поэтому это вызывало очень большой интерес. И, то есть изначально у нас вообще планировалось очень много гостей из разных городов и даже из зарубежья. И потом как бы произошла отмена этого места, потому что нам сказали, что скейт-парк не будет готов к этим датам, и мы не сможем провести там никаких контестов. То есть открытие скейт-парков запланировано на следующий год. Поэтому мы перенесли в старую нашу локацию, это скейт-парк, паркур-площадка и место для триклайна и дэнса. Это Новокадацкий молодежный парк. И несмотря на это, конечно, часть людей отменили свою поездку, то есть там к нам многие зарубежные гости не приехали, и кто-то, кто хотел именно на бетонный скейт-парк приехать, не приехали. Но даже я должен сказать, что мы не ожидали, что будет так много людей. На самом деле приехало очень много людей. Это Одесса, Львов, Киев, Харьков, из Днепропетровской области очень много городов. Это и Каменская, Новомосковск, Кривой Рог, ну, реально из области очень много. И много ребят встретили старых знакомых, много новых ребят приехали, и действительно было много интересных людей, и, насколько я понял, уже по отзывам, там, сторизах в Инстаграме, в соцсетях, всем очень понравилось, очень хорошие отзывы, это очень радует. Ми ще стосовно фестивалю, стосовно змагань поговоримо. А щодо цього бетонного скейт-парку, який відкривається, де саме він буде знаходитись? Ну, поясніть, Усачова, де саме, яка локація у Дніпрі? Сквер Усачова – це за ДК «Металург». Це бувший касьор, зараз Калнишевського. От за ДК «Металург» йде сквер. И он доходит аж, по-моему, там Каштанова или Курсантская улица. И вот там частично он уже сделан, то есть там первая часть – это там детские площадки. Кстати, там маленькое такое как бы игровое поле, которое показывают правила дорожного движения, там светофоры, перекрестки, где дети на машинках ездят, там на каких-то тобто велосипедиках. Тобто це для дітей навіть дошкільного, я так розумію, віку? Да, там, вот первая можна... часть, да, там для сімейного отдыха. І от дальше там йде площадка для вигула собак, теж там, де можна їх тренувати, проводити. Спеціально облаштовано. Да, да. І дальше за цим от строїться скейт-парк, а в планах дальнейших там и паркур-площадка, и небольшой скалодром, уличные тренажеры, комплекс. То есть там как бы очень большие работы ведут, облагораживаются. Там, ну, там местные депутаты очень стараются облагородить это место. Тобто це буде така мека активних мешканців Дніпра і екстремалів також. Зараз територія парку не облаштована ще для того, щоб приймати гостей або активних. Так, зараз залили самі чаші, тобто бетон залили, він вже технічно готов, але не готова прилегаюча територія. Тобто самі підходи і все це, наскільки я розумію, фінансується. Тобто небезпечно. Все ж таки там ще знаходитись. Да, да. Там осталось много строительного мусора, то есть там все это еще не готово. Зараз анонсують, який день, який місяць наступного року, коли цей парк відкриється, якщо ви знаєте. Точно не знаю, это зависит же от финансирования, потому что там еще довольно-таки много работ нужно провести. Ну, я надеюсь, что это где-то к концу весны, начало лета будет уже открыто. Все ж таки сподівання на те, що вже можна буде проводити змагання. Да, многие наши гости, разъезжаясь с этого фестиваля, все говорили до встречи на открытии бетонного, поэтому все надеются, планируют приехать в Днепр на открытие бетонного скейт-парка. Чому, от ви казали, деякі гості, які з інших країн навіть планували приїхати на цей фест, відмовились через те, що не відкрився бетонний скейт-парк. Він дає можливість проводити якісь змагання більшого, ну не знаю, рівня, чи якісь от саме там окремі такі змагання для якихось профі? Ну, не знаю, я думаю, проще буде, мабуть, об'яснити якоюсь алегорією. Ну, к примеру, от якщо взяти серфера, який катається на маленьких волнах, там где-то, там, я не знаю, на Чорному морі, і тут йому вдалося поїхати на океан,
там, где большие волны, мека серферистов, и он туда приехал. Вот примерное сравнение. Все ж таки на Канарские острови, туда поедут больше досвідчені майстри. У нас действительно в Украине, ну, я бы не сказал, что супер много, но действительно есть много обычных фанерных скейт-парков. А бетонные скейт-парки только начинаются. И на самом деле еще пулов, это вот именно с такими радиусами глубокими, их не так много. То есть даже строят бетонные скейт-парки, это стрит-фигуры, они просто ровненькие, там какие-то тумбы на них, трамплины. И вот эти пулы, это именно то, что интересно райдерам, потому что на них можно делать какие-то трюки, вылеты, и их немного в Украине, поэтому это ценно. Поэтому люди приезжают сюда именно на большую волну, чтобы покататься в удовольствие. Загалом, чия ідея була от створити саме такий якийсь нового рівня бетонний скейт-парк у Дніпрі? Ну, как бы все, что строится в городе, зависит от властей города. Але ж ідею їм надає надають активісти? Самими ініціаціями, то есть ми ходимо уже, наверное, лет 10. Ми проводили, ми писали петиції, собирали голоса, проводили там много акцій, много всего подобного. Потому что на самом деле скейт-парки и объекты вот такого уровня, это является то, что называется магнитом для приезжих. Вот даже само открытие вызвало такой резонанс, ну то есть анонс открытия, что люди собирались приезжать из зарубежья на это открытие, для того, чтобы попробовать этот скейт-парк, покататься на нем. И когда объект будет действующий, там будет постоянный поток людей, подростков, семьи будут приезжать со своими детьми, которым хочется там покататься, будут приезжать туда и кататься. Насколько я знаю, первые скейт-парки, которые открывались, они через время приводили к тому, что жилье вокруг таких вот крутых скейт-парков дорожало, открывались гостиницы новые, то есть туда шел постоянный поток туристов благодаря вот этому магниту. И мы все очень рады, что наконец-то, не знаю, нас услышали или посмотрели, как в других городах, в других странах делается, но наконец-то в Дніпрі появляются такие объекты. Это очень круто. Ви казали, що в Україні небагато таких скейт-парків бетонних. Да. І скільки загалом? Можливо, знаєте, який це буде у Дніпрі? У нас другий? В нашій області це Зеленодольськ, який в області, мабуть, перший був. Это Одесский скейт-парк, который открылся несколько лет назад. И в этом году большой урбан-парк открылся в Киеве на ВДНХ. Там большой комплекс, это именно вот мультикомплекс. Примерно такой же получится и сквера Усачева, потому что вот первая линия – это скейт-парк, а потом будет паркур-площадка, потом будут уличные тренажеры, воркаут, то есть как бы игровые какие-то виды спорта. И это получится место для такого комплексного отдыха, в который может прийти семья, и каждый от мала до велика найдет себе место, где он может чем-то заняться. В этом парке будет весь простор открытый? Да. Угу. Максиме, ну то ж, давайте еще про фестиваль, про конкурсы, которые відбулись, и в целом, какие результаты есть, и где, возможно, их можно побачить, чи есть сайт фестиваля? Результаты будут вот буквально сегодня к вечеру, уже судьи подобьют все списки. Результаты мы вывесим на наших страничках в соцсетях. Ну, все соревнования прошли, все победители получили свои призы. У нас ленты в Инстаграме просто пестрят уже фотографиями и видеороликами победителей, и их друзей и родителей. Все очень довольны. Ну, если перечислять, то получается у нас три номинации было в брейкинге, три номинации в хип-хопе, две номинации в паркуре, это про и аматоры, одна номинация в триклайне, потому что триклайн сам по себе такой вид активности, который, ну, он требует большого мастерства, и таких вот мастеров у нас пока не так много, то есть как бы там в триклайне, может быть, сотня человек принимала участие, но это было очень зрелищно и очень круто. Там просто люди стояли с открытыми ртами и смотрели, как ребята выполняют трюки на слэклайне. Ну и так, насправді на слэклайне, чтобы пройтись, да, это не кожен это пройтись, сможет. А если еще там прыгать сальто какое-то, это еще больше умения и мастерства. А также райдерские культуры – это BMX, две категории, скейтбординг две категории, ну,
по принципу тому же. И плюс еще у нас отдельные были призы во всех райдерских дисциплинах на лучший трюк, это best trick. То есть вне зависимости от мест, первое, второе, третье, тот, кто выполнял самый красивый, самый техничный трюк, получал еще дополнительный приз. Який минимальный вік учасників? А самый младший в показательных выступлениях был вообще мальчик 5 лет. Он был, они... Який вид? Роллер. Роллер. Они приехали, показали свое мастерство, они уже там уже больше года тренируются, и то есть на что посмотреть, действительно, ребята вызывают уважение. А среди брейкинга у нас были участники 7-летние. Вот как бы именно из участников соревнований 7-летние были самые младшие. А найдорослящие? Участники якого віку? Найдорослішие – это больше 40, 48, 47 или 48, насколько я знаю, на BMX. Максима, а загалом, от ви як засновник Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту, знаєте, наскільки розвинені так, ось ці всі категорії, які були представлені на фесті? Скільки шкіл, наприклад, у Дніпрі є от з самих цих екстремальних видів спорту, чи загалом по категоріям вони існують? Роллер-парки – це зрозуміло, це є їх кілька по місту. От, наприклад, BMX – це лише компанія, яка загалом катає там десь на відкритих просторах, або є якісь дійсно вкриті ділянки, чи, можливо, якісь, ну не знаю, зали спеціалізовані. Ну, на самом деле, сейчас у нас в городе есть два места крытых, которые предоставляют услуги и где можно тренироваться, в принципе, всем видам райдерских культур. Это роллер-дром Роллакола и роллер-дром Бомбастик. Там стоят фигуры, ну, то есть это, в принципе, не роллер-дром, это небольшие скейт-парки, там, где стоят фанерные фигуры и там, где можно заниматься всем этим видом. Но вот именно как тренировки, вот, например, по BMX берут частные уроки, по самокату тоже частные уроки, по роликам есть групповые занятия, где занимаются по группам. И BMX, по-моему, BMX и самокат, ну, больше про BMX можно сказать, потому что BMX стал уже олимпийским видом спорта. Да, вот на последней Олимпиаде. Когда это відбулося? Це ж, я так розумію, нещодавня новина. Это, по-моему, или 4, или 5 лет назад. Вот на последней Олимпиаде он уже был в программе соревнований, и по BMX проводили, ну, он был олимпийским видом спорта, уже есть олимпийские чемпионы по BMX. И скейтбординг также олимпийский вид спорта, но пока в Украине я не вижу как бы особых движений в этом направлении, потому что ни средств, ни организационных каких-то движений именно в развитии этих видов спорта пока нет. Хотя на самом деле, почему они, собственно, и стали олимпийскими видами спорта? Потому что они настолько популярны среди молодежи, что заметить их невозможно. Как когда-то невозможно было не обратить внимание там, на футбол, скажем, или на хоккей, или еще что-то. То есть как бы они действительно заслуживают того, чтобы быть на самом верху. И поэтому остается только обратить внимание на них и развивать. Много талантливых подростков, которые занимаются, им нравится заниматься этими видами спорта, и они показывают уже в своем возрасте хорошие достижения. И, то есть они могут завоевывать, там, не знаю, медали для Украины именно в этих направлениях. Але ж, я так розумію, що є лише ось такі асоціації екстремальних видів спорту, так, які або в окремих містах, або, наприклад, в Києві. Можливо, є якась всеукраїнська асоціація, але ж прагнення висувати і готувати саме спортсменів для Олімпійських ігор ще перспективы такой нет, або может есть какие-то инициативы? Пока все держится на энтузиазме. То есть, допустим, у нас все это держится на энтузиазме людей, которые занимаются отдельными видами. И мы, как ассоциация, просто помогаем друг другу. Мы объединяем все эти виды. Хотя бы на фестивалях. Да, так? Ну и не только на фестивалях, те же там рекорды по хайлайну. То есть мы помогаем организационной поддержкой, ищем спонсоров, ищем какое-то финансирование для необходимых расходов.
И таким образом помогаем друг другу для того, чтобы как-то реализовывать вот развитие этих направлений. Потому что ну, ни государство, ни город на развитие этих направлений денег не выделяет. А в любом случае даже то, что касается самых таких экономных направлений, типа ты купил себе слэклайн, повесил на дерево и ходи. Ну, ходить можно сколько угодно, но для того, чтобы развиваться, нужно меняться опытом, смотреть, как это делают другие, проводить какие-то движения. Вот как те же хайлайн-рекорды, которые мы провели в Днепре, они сколько вызвали интереса, сколько новых людей пришли в слэклайн, сколько захотели попробовать это. Попробовали, получили удовольствие, занимаются этим дальше и получают дальше удовольствие. Давайте расскажемо трохи, розкажіть трохи про ось цей хайлайн, коли ви проводили. Я так, наскільки я знаю, це було десь там, де Мост Сіті, так? Ви протягували? Ні? Розкажіть тоді. Ми провели в Дніпрі 3 національних рекорди України. Первые два мы провели на жилом комплексе «Панорама». То есть сначала открыли первую очередь «Панорамы». Это были две башни, по-моему, 75 метров. Никто еще в Украине не ходил в черте города на такой высоте. Мы там все это сделали, зарегистрировали первый рекорд. Потом на «Панораме» открылась вторая очередь. И там уже высота была около 90 метров. И так как нам помогли строительная компания, которая проводила строительство, мы второй рекорд тоже там зарегистрировали. Всем понравилось. Первый раз это было не просто формальная регистрация рекорда, это была действительно большая тусовка. Это был как небольшой фестиваль хайлайна. Туда съезжались, опять же, ребята со всей Украины. Те, у кого есть уже достаточная подготовка, то есть мы давали допуск только тем, кто ходил хайлайны, кто уверенно себя чувствует на стропе, и они все смогли себя как-то реализовать и попробовать себя на такой высоте. И вот уже третий рекорд был на башнях на Крутогирной, ЖК-башне, Днепровский ВЭЖ. И вот на Днепровских вежах был последний рекорд. Он, конечно, был очень зрелищный, красивый, потому что оттуда открывается такая панорама на весь город. И, опять же, приехало много гостей из разных городов и из зарубежья, и было очень здорово. Хайлайн – это видовищно. Да. Але розкажіть щодо безпеки. Я розумію, що ви туди не пускаєте тих, хто випадково приходив повз і захотів пройтися по хайлайну. Але ж, ну, все одно, навіть фахівці мають бути в безпеці, в принципі, якийсь Конечно. Захист має бути. Конечно. Иногда, знаете, вот если сравнивать как бы обычную жизнедеятельность обычного человека, то ну, не совсем может быть правильная аналогия, но на самом деле обычный человек в обычной своей жизнедеятельности, наверное, менее защищен, чем экстремал при занятиях экстремальным видом спорта. Почему? Потому что здесь и психологические составляющие, когда ты знаешь, что ты занимаешься чем-то рискованным, у тебя больше концентрация, у тебя больше внимания на то, что касается именно твоей безопасности. Это и средства защиты, там, допустим, в райдерских дисциплинах шлем, налокотники, наколенники. А в таких дисциплинах, как слэклайн, это страховка, самостраховка. И человек, который идет просто на улице, там, зазевался, взял телефон, каблуком вступил в дождь-приматч и потянул связки, не дай бог. Ну, такие вещи. То есть, как бы, здесь больше концентрация, как бы, выше риски, но больше именно концентрация ментальная, и ребята понимают, что рискуют, и поэтому стараются. Напевно, головне, щоб екстримом займалися в місцях, там, де все організовано, наприклад, федерацією, або якимись дійсно фахівцями, і коли ось ці всі безпечності, так, Конечно, да. На самом деле кто-то должен принимать на себя ответственность за организацию необходимой безопасности, за необходимое обучение. Но опять же, если аналогию проводить, то есть как бы учить ездить на машине может кто угодно, но права выдают только тогда, когда вы учились в сертифицированной организации. И у фахівців, звісно. Да. Максиме, тож цей фестиваль Дніпро Street Culture Fest відбувся вперше у Дніпрі. Да.
Ви плануєте не зупинятись і проводити надалі фестивалі? Чи це таке єдине в своєму вигляді? Можливо, далі плануєте щось апгрейдити? Ми хотим в следующем году провести на открытие бетонного скейт-парка следующий фестиваль. То есть у нас запросы, опять же, большие, то есть не у нас, а у наших гостей. Все ждут, все пишут, те, кто был на этом фестивале, тоже задают вопросы, когда, давайте анонс, мы будем готовиться, мы будем тренироваться. То есть очень большой интерес, и мы надеемся, что удастся реализовать этот проект в следующем году на открытии бетонного скейт-парка. Анонсувати будете вже в наступному році, я так розумію, і потім вже будете запрошувати всіх гостей. Розкажіть ще, будь ласка, от можливо, нашу програму подивляться екстремали, і ті, хто бажає все ж таки долучитись до цієї спільноти різних видів спорту, як загалом зв'язуватись з вами, щоб, наприклад, приєднатись до BMX-ерів, або зайнятись паркуром, або скейтбордингом, брейкінгом, чи, можливо, слеклайном. Може, є у вас якась така база, що кожен дніпрянин від маленького до великого могли зайти і обрати собі дійсно таку зручну локацію, там, де можна навчатись або підвищувати свою кваліфікацію у дійсно спеціалістів. У нас є странички в соцсетях, це Instagram і Facebook. І к нам дійсно часто обращаються родители, там починаючих екстремалів, і спрашивають, де можна займатися, з ким можна займатися. І ми завжди знаходимо інструктора для там ребёнка, или если есть групповые занятия под этот вид спорта, то мы рекомендуем, куда можно обратиться. И как бы всегда помогаем найти человеку место, где он может реализовать свои желания. Супер. Назва сторінки, як її знайти? Дніпровська асоціація екстремального спорту. Она так и называется в Фейсбуке, а в Инстаграме ДАЕС, нижнее подчеркивание, ДП. Дякую, Максиме, що сьогодні прийшли і розповіли і про фестиваль вуличної культури, і взагалі про екстремалів Дніпра, і, в принципі, про те, що буде дуже скоро у Дніпрі відкриття першого бетонного скейт-парку. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.